Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас обзор сюрпризов от Happy Box Series «Знаки Зодиака». Откроем с вами 10 пакетиков и посмотрим, кто нам попадется. Будет интересно, так что скорее подписывайся, ставь лайк и поехали! Я сегодня буду астролог-звездочет. Чтобы было интересно, давайте, какие знаки нам сегодня попадутся, будут мега везучие в новом году. А какие не попадутся, личный прогноз от меня в конце видео. Вот такие вот пакетики. Здесь обещают звездный пазл, две карамели, персиковое и шоколадное мороженое. Персиковое, наверное, очень вкусное. Сюрпризы от сладкой сказки. Ну и, конечно же, тут все 12 знаков зодиака должны быть. Но нам все 12 не попадутся, да и вообще, в принципе, они могут не попасться. Но все равно это интересненько. Вот две конфетки. Вот это точно будет, наверное, очень вкусное. Ну, по моему вкусу, может, тот, конечно, и со вкусом мороженого любит, шоколадного или какого оно там. Кто нам первый попался? О, нам попались рыбки. Да это еще и магнитик. Ну, залепим весь холодильник. А нет. Нет, это просто удлинение. Я на хвост увидел и подумала, что это рыбки, но нет. Нам попался козерог. Вот. Первый везунчик, козерог. Кстати, обязательно каждый напишите, кто, у кого какой знак зодиака. Очень интересно. Дальше. Так, чья-то попа торчит. Или овен, или телец. Так, это нам попался. Тут у нас барашек, значит, это овен. Не, классные вообще магнитики такие. Звездные. Овен у нас еще, значит, мега везучий будет. Кто еще? Хочется, конечно, свой знак зодиака вытянуть, естественно. Кто ж не хочет. Так, вот они, рыбки нам попались. Рыбки, вот такие вот. Или как? Вот, вот так. Пока без повторов. Больше шансов. У нас всех. Ну, кто там? Весы. Весы у нас еще мега везучие будут в новом году. Так, весы вот так. О, красота. Кто тут? Не пойму. Непонятно. Кто это? Водолей. Водолей. Вот. Такой знак интересный. Что это? Кто это? Как вы думаете, кто это? Какая-то рыба космическая. Не, на космического кальмара похожего. Или на кальмара в шлеме. В рыцарском. В доспехах. Слушайте, еще пока ни одной повторки, вообще круто. Кто там еще у нас? Какой-то человечек. Человечек это может быть стрелец. Вот. Стрельцы у нас. Да, есть, да, точно, на упаковке он тоже есть.
Ну, не только один, их там много. 4 пакетика у нас осталось. Кто здесь? О, львы. Вот такой лев тут, красавчик. Ну, если тут предусмотрены все 12, то в миксах мы все равно еще откроем пакетики, поэтому кто сегодня не выпадет, обязательно выпадут. Я так думаю. Кто здесь? Как оно раскладывается? А, во! Телец попался! Это мой знак зодиака. Я рада. Это у меня, правда, мой пазл разваливается. Надо его аккуратненько положить куда-нибудь. Предпоследний пакетик. Кто здесь? Кто у нас такой щупальцами? Или скорпион, или рак. Скорпион. Вот такой скорпион. И последний пакетик, а может быть и не последний, а то Даша уже у нас сидит хлюпает, что ее знак никак не попадется. Кто здесь? Ну, ты довольна? И это нам попались рачки. Вот. Вот такой вот рачок. Красивый тоже. Нам не попались близнецы и дева. Гороскоп от меня для близнецов. Вас ждет мега позитивный год. А девы в следующем году будут мега счастливые. Ну а если вам понравилось это видео, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного новогоднего настроения. Пока-пока!